Приветствую вас на своем YouTube-канале Love Parfum, с вами Алексей, вы смотрите парфюмерный влог. Сегодня мы вновь поговорим про женский аромат и опять не про новинку, а про очень красивый аромат, который выпущен был в 2014 году. Перед началом видео, конечно же, не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, если вы вдруг на него не подписаны, потому что по статистике мой канал смотрит 70% неподписанных на меня людей. Конечно же, ставьте сходу лайк этому видео и, конечно же, не забывайте жать в колокол, чтобы не пропускать новые видео. Ну и, конечно же, рекомендую посмотреть мой предыдущий обзор на женский аромат от марки Saint Laurent Cinema. Очень топовый, шикарный женский аромат на осень, зиму. Прям просто рекомендация от меня. Класс. А в этом видео мы с вами поговорим, девушки мои дорогие, для вас, потому что подписывайтесь, девы все. На мой канал смотрят парни, поэтому я чаще снимаю обзоры на мужскую парфюмерию. Когда вас будет больше, мы будем снимать больше про женскую парфюмерию, потому что очень много ароматов женских, которых я еще не затрагивал, но которые бы хотел затронуть. А в люксе там поле непаханное. Ну и в нише тоже, конечно же. Мы сегодня с вами поговорим про гипнотик Poison в концентрации парфюмерная вода. Встречайте. Очень, конечно, крутой аромат. Достойный, богатый, роскошный. Просто пушка. Крышесносный. Но не всем понравится. Не всем понравится этот яд в бутылке. Часто, кстати, многие девушки, женщины спрашивали меня: Алексей, что ты вообще можешь посоветовать из пуазонов, да? Как тебе они вообще? Если честно, забегая вперед, скажу, что мне практически все пуазоны нравятся. Midnight Poison, который, по-моему, сняли, очень топовый аромат. Pure Poison, Poison Girl, Hypnotic Poison. То есть практически все пуазоны, которые есть, я их рекомендую, они мне нравятся. Но имейте в виду, что они в таком ключе, они все очень такие сладковатые, все такие тягучие, тяжеленькие, то с кокосом, то еще с чем-то. То есть не всем могут понравиться, но ароматы достойнейшие. И почему-то на данный момент, наверное, тишина в пуазонах. Последний, по-моему, был Poison Girl, там в разной версии, и все. И сейчас это уже не так популярно, как это было, допустим, ну, там лет 5, наверное, даже 10 назад. Все только про эти пуазоны и говорили, и носили, и спрашивали. Сейчас как-то к ним любовь утихла, но давайте вспоминать эту любовь. Я всегда их любил, всегда советовал. Для меня пуазон – это очень топовые работы в марке Christian Dior. И первый пуазон, насколько я помню, если не изменяет память, вышел в 1985 году. Тогда он тоже вызвал фурор на рынке парфюмерии, все прям с ума сходили по нему. И, конечно же, потом выходит гипнотик пуазон в 1998 году. Это, можно сказать, такие прям культовые ароматы на рынке парфюмерии женские. А вот по поводу нашего красавчика гипнотика пуазона в концентрации парфюмерная вода, он уже выходит в 2014 году. То есть, ну, вот прям вот, можно сказать, там 6 лет назад вышел аромат. И вот таких вот подобных всяких разных, значит, пуазонов примерно 26-27 штук насчитывается. Конечно же, говоря про ароматы пуазон, хочется и поговорить про их интересные флаконы, приближенные к форме яблока. А версия Poison Girl в концентрации парфюмерная вода еще и, посмотрите, украшена горлышко флакона, значит, сургучной печатью с надписью CD. Как это все выглядит очень красиво, помпезно, просто очень круто, на мой взгляд. Ну что ж, друзья, давайте откроем бутылку с ядом. О боги, это просто шедевр. Аромат для меня мистический, загадочный, нуарный, с низшим звучанием. Слышишь и думаешь, что же это за такой низший аромат? Очень густой, гурманский, деликатный, бальзамический, пряный. И, на мой взгляд, он подходит отлично на холодное время года. Прям зимой он очень классно раскроется. Прям супер. Прям под снежок. И, конечно же, на позднюю такую холодную осень тоже будет отлично вас согревать. Помимо всего прочего сказанного, он еще и миндальный, и горький. И по сей день этот аромат популярен. Словно такой, знаете, колдовской эликсир. Ну, не зря же аромат называется яд. Poison. И знаете, я здесь слышу вишню. Хотя в пирамиде ее нет.
И прям очень классная вишня. Вот, девчонки, кто искал вишню в парфюмерии, гипнотик Пуазон Eau de Parfum однозначно. Прям очень красивая вишня такая. Здесь и миндаль, и вишня. Очень классно звучат. Помимо всего прочего, я здесь слышу ноту замши. Хотя тоже замша не заявлена. Но очень замшевый, красивый аромат. Сладковатый, но сладость в нем такая, знаете, сжатая. Может быть, конечно, Франсуа Димаши заложил сюда эти ноты, аккорды, но они просто, ну, не говорятся про них, да? Вполне такое может быть, в пирамиде просто они скрыты. Потому что этот аромат делал именно Франсуа Димаши, ну, это штатный парфюмер дома Dior. Хоть что-то он иногда делал, делает классное. И давайте поговорим про ноты. Здесь действительно, наверное, что-то есть еще, потому что на официальном сайте, на фрагрантике, ну, их очень мало для такого крутого густого аромата. И верх у нас скрывает лакричник и миндаль. В середине вы можете услышать жасмин и апельсиновый цвет. В базе это бобы танка и ваниль. Ну, бобы танка, ваниль, может быть, да, есть. Апельсиновый цвет вообще не слышен. То есть это аромат не про белые цветы, он не белоцветочный. Лакричник, миндаль, конечно же, очень активно и ярко звучит в этом аромате. Жасмина, ну, как-то я здесь не слышу. Очень тоже у него магический, приятный шлейф. То есть шлейф есть. Не такой прям километровый, как Алтлавии Бэй там, но сдержанный. Прям есть. Что касательно объемов, друзья, то это 50 мл и 100. В моей руке сейчас самый большой флакон с ядом соточка. Ну и, конечно же, вы спросите меня, а стойкость, Алешка? Алешка, скажи нам про стойкость. И стойкость здесь 5-6 часов. Может быть, больше. Тестируйте все на своих кожах, дорогие дамы. Потому что, опять-таки, в комментариях пишут, весь день, 12 часов я пахла этим замечательным эликсиром, этим ядом. Он пропитал, не знаю, всю мою кожу, всю мою одежду, там, всю мою кровать, постельное белье. Там. И я укуталась в нем, как, не знаю, там, в теплое шерстяное одеяло. То есть описаний там просто миллион в интернете. Потому что аромат действительно популярный и нравится многим девушкам. Молодым девушкам, я думаю, что он не совсем подойдет. Ну, таким начинающим, да, вот кому 18 там, плюс, там, только вот знакомиться с моим парфюмерией. А уже 25 и старше, это для вас однозначно. Такой немножко, ну, даже какой-то игривый, дерзкий, что-то в нем есть. Ну, для молодых, в принципе, Poison Girl есть. Для девчонок, которые только начинаются. Девчонки начинаются только. Для тех девушек молодых, для молодых девушек, которые только начинают заходить в мир парфюмерии, есть Poison Girl, поэтому тоже на заметку. Поэтому я думаю, что теперь вы знаете, что мне нравятся Poison Girl, и в следующий раз вы не будете задавать этот вопрос. Хотя будете опять спрашивать, а какой Poison из 26-7 там, да, их какой? Но этот однозначно да. Этот однозначно да, друзья. Вот отличный спутник на зиму. Ну и просто шикарный флакон, я считаю, в коллекции женщины должен быть какой-нибудь один из ядов. Ну что ж, друзья, огромное спасибо, что посмотрели это видео от начала и до конца. Не забывайте ставить лайк этому видео, конечно же, жать колокол, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно же, подписываться на мой YouTube-канал, если вы вдруг на него еще не подписаны, потому что по статистике мой канал смотрят 70% людей, не подписанных на мой канал. А также подписывайтесь на мои остальные все соцсети. Это ВКонтакте, это Инстаграм, это, конечно же, Яндекс.Дзен. Все ссылочки вы найдете внизу под видео. И помните, что аромат – это путешествие во времени. И до новых встреч на моем YouTube-канале. Thank you.
что ж, друзья, огромное спасибо, что посмотрели этот ролик от начала и до конца. Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, если вы вдруг на него еще не подписаны, потому что по стасисике... Стасисики. Давно не записывал обзоры. Что вот я... Все, вот, все слова съел. Сосистики. Ерунда какая-то.